Я сейчас. Да, выкладываю. Прыгаем вот сюда, полетели, немножко вперед. Это та высотка, куда мы летали в прошлый раз, этот городок. Синий низ, помнишь? Синий низ. Вот это прям на крыш попал. Ну да, тоже приноровился. Она вначале игра лагает, это нормально. Не обращай внимания. Так, это я тебя слышу. Так, у меня в окно не залезть. Ну, некоторые залезли, некоторые нет. Так, в общем, я в этом же доме на первом этаже. У меня все очень пиздец лагает. Это вначале какая фигня. Буду рубить, если кто забежит. Мачете. Блин, там бегает одно тело без оружия. Так, поднимаюсь на второй этаж. Там два тела возле нашего домика шастают. По мне уже как стреляет чуть-чуть. Ого. Это ты идешь? Я внизу тут топ. Под тобой. Если ты сечь наверху. Патрошки всякие нашел. Так, более утоляющие, две маленькие аптечки. Если что, аптечки есть. Так, шлемак нашел второго уровня. Можно писать. Сейчас они к нам пойдут. Я тут двух тел перепугал. Нет, тут автоматического оружия вообще нет. Так, это я тут. Еще мне все патроны повыстреливал. Дай бинтов, а? Даю. Так, сейчас я побинтуюсь. Это что у тебя? А, вот это вот. У тебя 45 патронов. 45-х, сейчас скажу, 27. Да, я заряжусь полностью. У меня есть 5,56 и 62. Не, мне 45, мне такой же фистер, как у тебя. Я сейчас 7 штук заряжу и тебе обратно выкину. Дай, пожалуйста. Так, как-то можно выкидывать их, определенное количество, только я не знаю как. Я видел трансляцию. Я не знаю как. А что, можно так? Вот, да, забираю. Да. Можно... Еще
проходит посередине в доме, который двухэтажный. Да. Рядом с ангаром с проломленной крышей там внутри. Так, еще один бежит через забор. Есть попадание. Ну, одного попадания достаточно. Сейчас к нам люди пойдут. Мы тут сейчас всех раздраконим. Наверное, тут надо два этажа еще пробежать, мы их услышим, наверное. Ну, да, еще 45-х. Заряжусь. Дикий запад такой, да? Манчестеры, пустыня. Так, забирай. Это ты дверь что-то? Нет, не дверь, нет никого. Где-то рядом слева было звук. Нет, слушай, это ты ее закрыл вместо того, чтобы взять патроны. Кстати. А. Так, это по мне, через с противоположной стороны. Угу. Откуда? Не понял. Скорее всего, из дома. Из какого-то... Увидел? Да. Увидел. Даже стрельнул туда. Ну-ка, так что... Так, отлично, лечусь. Он не попал хорошо. Так. Мало патрона осталось. Надо его зарашить, не поумрем, либо, короче, полутаемся от него. Пойдем, да. Мы не знаем. Потому что так бесполезно тут. Сейчас я тут еще бинты нашел. Пошли, пошли. Ты весь домик обшарил, да? Да, все этажи. Так, я выпрыгнул. Ой, сейчас я тут беру. Так, я зайду справа. Меня! Чел! Сейчас. Сейчас он либо он меня, либо я его. Я уже рубить его побежал. Патроны. Так. Сейчас смотри, на нас. У него на только 76. А, у него СКС есть. АКМ. АКМ бери, СКС бери, выбрасывай все, что есть. Так. Компенсатор. Так, ладно, все, что смог, забрал. Фильтровать. 7,62 позабирал. Прицел, этот, патроны. Да, позабирал. А прицелы? И прицел какой-то взял, точно. Графически. Ручку бы поставить, компенсатор поставить можно. Так, увеличенный магазин. Да, штурмовой. Смотри, СР это снайперская винтовка, это в том числе это самое. Так, увеличенный магазин, ставь. Фламегаситель, один я себе. Нам навесно поставил. Так, 4К прицел мне надо ставить. 4К прицел тебе надо ставить на СКС. Так, увеличенный магазин. У тебя там эти есть обезболивающие энергетики? Есть обезболивающие, тебе надо? Да, давай. Выкидывай. Так, сейчас я его ем, и мы идем, потому что зона нас сейчас подожмет. Угу. Надо выходить отсюда и идти. В общем, идти надо. Нам через дорогу. Вон. Шел там через дорогу.
Дальше он возле красного здания. Крадусь к ним. Не, тихо, тихо, на контроле. Давай ты слева. Идем, идем, идем. Тихо, 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 тихо. Захожу. Тихо. Подожди. Убил. Зона, побежали. Побежали. Побежали, побежали. Сзади там бой не идет. Не бежим. Блин, ранен, у меня сейчас одна пулька и я труп. Так, сажусь. У тебя аптечки есть? Да, были. Ой, скинь одну, пожалуйста. 5,56 есть у тебя? Есть. Давай, 5,56 и аптечки. Она тебе увеличенная быстрого доступа для СР на СКС поставишь. Все птички тяну. Ну я не знаю, как тут разделять. Я тоже. Все. Блин, нам как бы бежать надо. Вон чё, люди прыгают на машине, смотри. Бери СКС, бери многократник и стреляй в них. О, машинка там вообще наша. О, нифига она там взорвалась. Да. Из чего? С АКМ. С СКС. СКС стреляй. СКС это снайперка, АКМ это штурмовая. СКС тебе нужна. У меня убирается место в слот почему-то, когда я уберу место АКМ. Тогда у меня, ну... Подожди, у тебя второй. Я бы на винчестер остался. Ага, ты СКС не взял. Это хреново. Так надо винчестер. А, блин, его просто тупо было выкинуть и все. Что-то я нет, не когда ты его держишь оружие в руках второго слота, если у тебя в первом слоте что-то есть, то ты то, что держишь, то ты меняешь. Поменяется, короче. Ладно, побежали. Сейчас зона будет сжать нас. Пусть он там воюет, у них там есть кем воевать. У нас они, наверное, забьют. Только
просто мы ближе к дороге, потому что машинка может быть. Многократник есть какой-то? Нет. Двух, четырех вообще ничего нет, да? Четырех было, я, по-моему, тебе его выкидывал, ты его не взял? Нет, не выкидывал. Выкидывал. Давай в машинку садись. Взял? Да. Убил. Его я убил. Хорошо. Так, ладно, я пока внутрь заберу. Ни хрена тут. Нет, пулемет, но пулемет я не люблю. Ой, ну что такое? Броник же у тебя есть, да? Броник, да. Так, я вторым слотом УЗИ возьму. Сколько у тебя 7,62 есть? 62. 63 патрона. И все. Да. Так. У тебя какой рюкзак? Второго уровня, по-моему. Да. Короче. Ладно, сейчас я схожу, посмотрю, что там у того типа было. У тебя эти обезболивающие энергетики есть? Нет, энергетик пока. Так. Третий рюкзак. F-56. Карабин. 7,62. Я тебе их отдаю частично. Член второй. Или мотор. Избавляющий. Четырехкратник. Вертикальная цевья. Отлично. Омега супер. Так, едет по дороге, по-моему. Нет, съехал в сторону. В общем, там баги был. Сейчас. Мы пока тут остаемся. Угу. Стоп. На машинке, вот куда я сейчас смотрю, вот я в его сторону смотрю. Блин, здесь окон нету с этой стороны. Я в него раз попал там, хорошо. Гранату кидает. Дымовое. Где-то со стороны трактора был, да?
оно сейчас уже тут неизвестно где. Откуда стреляли? Обстреляли откуда-то вообще с другой стороны, не знаю. Обходит вот с моей стороны. Вот да, так этот ты убежал? Я убежал, сейчас смотри, я вот в каморке, видишь? Где я? Я вижу, что в каморке, а тот, который первый-то был. Еще приехали. Чем протекшн. Блин, у меня ребенок проснулся, сейчас жену позову. Мою. Так, один убежал на первый. Штурмует. Так, один, с которым мы первым стрелялись, он убежал на главную. Вон они поднимаются, лайт. Вон возле домика, вот куда я смотрю. Вон ящик, видишь, возле домика, возле окна. Да, вижу. Внутрь зашел в дом. Да, их там двое. Че, можешь зарашить их? Не-не-не-не, ни в коем случае. Блин, у нас зона. Валим отсюда, пусть там сидят. Напрягаются. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Ну вот сюда. Так, на горе там был один. Убегал туда. Куда мы сейчас бежим? Угу. Там один был чел. Может быть, он нас там ждет, может быть, нет. Это дело такое. Вон перестрелил. Да. Приседку. У нас так уже видно. Так. Где-то там, где елка, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да. Так. Вырубил. Так, он один был? Двое, я двоих убил. А, ты практически. Так. Цел два бинта тут. Бинты бери, все бери. Так, я пью энергетик и идем на зону. Все, пошли. Нас сейчас сзади могут накрыть. Те, по которым мы стреляли. Угу. Я стрелял. Со спины. Да, пошли, пошли, пошли. Оружие убирай, бей. Я через справа побежал. Не надо, не надо. Ты чё, за мной бей. Зона. Сейчас. Значит, меня убьют. Ты сказал, что налево надо. Я поставил рука. Сказал. Все, ладно. Пока по мне не стреляют, странно. Потому что им бежать надо. Ты про зону не забывай. Окна, окна, лайт. Это источник повышенной опасности. И зона. Бежим. Бежим, 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 бежим. Домик. Вот. Так, второй этаж. Зона. Ох ты, ё-моё, куда ж нам валить надо, а? Офигеть. Обалдеть. Вон двое бегают. Вон, 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 вон. Ушли. Пошли. За мной сюда иди. Видишь красный ящик? Вот я на него бегу. Красный ящик, видишь? Вот там двое бегало. За него ушло.
блин, далеко зона, конечно, вообще. Вон бегают, вон куда я смотрю, бежали за холм. Нам зона нужна. Знаешь, кого стрелять? Пошли. Быстрее, быстрее, быстрее. Ох. Забор. Короче, видишь домик большой, вот мы к нему бежим. Да. Там человек забегал туда. Слева поглядывай. Слева, слева, слева. Нас слышно как слонов, поэтому готовься, что нас встречают. Так. Машина едет. Да похрен, это мотоцикл, кстати. Я обойду вот здесь. Стреляет, слышишь? Ты заходишь? Да. Где второй? Не знаю, откуда-то прямо стрелял. Убил. Я машинку уничтожил, все. Ой, господи, напряг какой. А это еще живой? Он живой был? Да, значит, кто-то аж рядом есть, если он не умер. Второй тиммейт, значит, его живой. А он может не здесь быть просто. Может быть. Не обязательно. Меня сняли со снайперки. Ты живой? С горы, да, поднимай. Быстрее, пожалуйста. Быстрее, быстрее. Если услышишь шаги, то отменяй на F. Блин, как так? Зона. Лайт зона. Так, блин. Есть на улице. Пошли. Так, сзади как бы там попу. Блин, зона, пошли, 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 пошли. Убил. Ты живой? Я живой, но я сейчас умру. Я труп просто ходячий. Там справа, вон справа, 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 справа. Человек по полю бежал. Так, я ложусь и лечусь. Давай. Справа бегал и слева смотрел. В общем, края зоны обсматривать все. Это повышенная опасность. Блин, гранат нет, ни хрена нет. У меня есть гранат. Справа я его куда-то пропал. Сейчас его больше его не вижу. Он за деревом, возможно. Возможно. Вон он сидит за деревом, вон, вижу. Я не увижу. Видим, видим, я вижу. Я вижу. Нам туда надо. Короче, я сейчас левых ребят обойду, вот этих вот. Их вообще не вижу. Ладно, пошли. Вот сюда. К машинке. Дымовая есть граната у тебя? Нет. Хрена. Брось, брось туда, куда я смотрю. Брось туда гранату, захвани. Сейчас. Иду я еще. Так, пошли. Я его вижу, он за деревом. Пошли, пошли. Все, вот сидим. Так, он один остался.
Если мы убьем, мы победим. Тихо. Опа. Постреливай. Убил. Есть. Все. Затащили. Блин. Это моя первая победа, кстати. Поздравь меня. Тоже поздравляю. Да, и тебя поздравляю. Блин, вот реально я ни разу не затаскивал. А что ты там затащил? Ты ну везучий какой-то, ты. Ну мы с тобой много чего прошли, ладно. Это понятно.